видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 28. Реши круговые примеры и прочитай слово. Что ты о нем знаешь? 148 прибавить 206. Получится 354. 354 мы прибавляем 85. Получаем 439. Ищем пример, который начинается с числа 439. Вот он. Прибавляем 136, получаем 575. Следующий пример соответствует букве «Я». В итоге мы получили 170, а когда от 575 отняли 405. Получив 170, ищем следующий пример. Соответствие букве «Ч». 170 плюс 798 – равно 968. Буква «Ч». 968 отнять 820 будет 148. Соответствие букве «А». Получился ответ «тысяча». Что ты знаешь об этом слове? «Тысяча» – это такое число, которое состоит из единицы и трех нулей. Это следующий разряд, который мы будем изучать чуть позже. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.